блогеры просыпаются. Просыпаются. Все ходят с телефонами, с камерами. Что тебя сподвигло завести канал? Когда завел? Вообще сделали канал где-то, наверное, 4 года назад. Нормально что-то начали делать. Ну, наверное, как год. Ну, вот что-то, да. Знаешь, это как художник ищет свой стиль. Вот ты постоянно там рисуешь картины, там рисуешь, там базово что-то знаешь. Но со временем у тебя вырисовывается свой стиль, ты понимаешь, что вот именно вот так все будет. Ну и понимаешь, что ты будешь дальше делать и что ты снимаешь уже. Ну, со временем как бы уже это уже вырисовывается, и ты понимаешь, что ты вот именно будешь делать это. По Крыму с позитивом канал. Вот. Но изначально мы создавали его как «Включи папу». Думали, ну просто будем снимать видосики, там, детей там будем снимать для себя. Как, ну, такое, знаешь, как дневничок. Со временем начали ездить по Крыму, путешествовать. Ну, мы сами крымчане. Поменяли полностью контент, и теперь у нас уже обзоры, больше информации. На форуме блогеров первый раз или... Третий слет, на котором мы присутствуем. Бывший Казантип, сейчас Z-фестиваль. Попов. В Поповке, да. Это был 2018. Потом в 2019 слет блогеров был на Инжире. Вот. Ну и здесь, 2020. Какая локация тебе больше всего понравилась? Да мне все, любая локация. Ну, везде, да? Везде классно, и Поповка классная, там море, блин, ну, песчаные пляжи, с детьми одно удовольствие. Вот, это мы приехали, когда первый раз мы приехали с детками, вот, а уже второй раз, когда на Инжире, конечно, там уже, ну, скалы, обрывы, но там прям понырять тоже, да и сама атмосфера, ну, второй раз, как бы, третий, тут сам видишь тоже, с детками особо не побегаешь. Потому что, ну, дети маленькие, там обрывы, вот, ну и вот так. Классно. Вот, третий раз. Вот такой вот у нас завтрак. Овсяная каша, кофе и конфетки. Друзья, всем доброе утро. Встали пораньше, чтобы для вас поснимать, пока все еще спят. На Васильевском озере, ну, собственно, озере Ай-Василь, водится достаточно крупная рыбка. За определенную плату вы можете порыбачить и отдохнуть вот такой вот классной беседке, приготовить на мангале шашлычок. Рядом, друзья, у нас есть еще одна беседка. А, ну, тут, наверное, даже побольше, да? Посмотрите. Здесь побольше людей помещается. Я думаю, тут даже 3-4 семьи поместится с головой. Там батуты, здесь рыбалка, посиделки с семьей. А единственное, что когда вы с детками, ну, здесь надо очень сильно смотреть за детьми. И... Потому что здесь нету, смотрите, заборчиков. Ну, неудобно, конечно. Ребят, на территории есть туалеты, мусорки, и там есть бар. Ну, в баре продают одну выпивку. Из еды здесь все привозят все с собой. В баре только одна выпивка и, ну, там, пиво, и к пиву там чипсы, там, что там, чоусы. Ну, короче, такое все, да. На любителя. Доброе утро, приятного аппетита. Доброе утро. Доброе, доброе. Уже видишь остатки омлетика сейчас вот собачка. Ну, а тогда все, да недоброе, неприятного аппетита. Друзья, мы сейчас решили спуститься к роднику. Как сама
Ага, хашламакош. Здесь можно принять ванну. Смотри, мыло, да? Кто-то здесь купается. Вон еще, смотри. Давай руку. Держись, если что, за меня. Здесь тоже вон люди отдыхают. В основном, где есть возможность, там стоят беседочки и отдыхают. 500 рублей палатка. Ну, это в сутки, да, 500 рублей? Нет, у нас за все 500 рублей, вот за 3 дня да, вышло. Да, вот двое суток мы будем, 500 рублей. Смотри, какие ванночками так сделаем, да? Угу. Так, кизил. Как лучше. Да. Кизил, я правильно поняла? Ты правильно поняла, да, растет кизил. Я думаю, что родник. Здесь, правда, это нет. Бамбук, что ли? Похоже на бамбук. Ну да. Это бамбук, да. Да, ребят, смотрите, растет бамбук. Рядом вот с родничком. Его, наверное, кто-то посадил, да, он разрастается конкретно. Да, он любит очень воду, бамбук. Тем более. Сегодня суббота, и посмотрите, сколько народа. Ялтинцы вот так вот отдыхают в свои выходные дни. Мне кажется, лучше вот так подписчиков набирать. Так даже интереснее чего-то. Ты споймал? А? Ты споймал? Ну, для камеры скажу, что я. Это Андрюха споймал. Но я просто раздел. Честно сказать, купил. А там горит. А шкварчит. С другой стороной надо повернуть. Ну, вот эту верхнюю, другую перевернуть, она так лучше будет застегиваться. Да, так она стреляет. Подъехать на точку, посмотреть и понять, что это сладкий или не сладкий, невозможно. Угу. Ну, вот по моему опыту я. Друзья, сейчас лекция идет про ялтинский лук. Вот ребята выращивают в Ялте. Сам ялтинский лук, и он настоящий, не такой, как говорят, а, да, мы попробуем потом и приобретем. Когда шкурка не сильно крепенькая, то есть она легко отделяется, и у нее лучина в одной кожурке. Наша в нескольких, то есть надо дочистить до самой лучины, надо снять 2-3. То есть вот этих одежек, типа, да, на луке, да, получается? Ага. То есть она больше защищенности. А есть вообще обман, то есть если вы занимаетесь продажей, да, то есть часто есть, что обманывают? Ну, к примеру, в Ялте продают лук не сладкий как-то, ну вот так бывает? Я вам скажу так, что процентов 90 в Крыму это крымский степной лук. А, ну то есть не ялтинский, то есть он выглядит как... ялтинский сорт называется, ялтинский лук. Так, ну что ж, давай, Аленушка, попробуем. Как яблочко, да? Ялтинский лук. Делишься? Первый раз. А, или там раздают тобой? Настоящий ялтинский лук, ребята. Ребят, пробуем настоящий ялтинский лук. Можете поцеловать сейчас, но не почувствовать. И поцеловаться. Подожди, надо съесть ему, а стал поцеловаться. Ты должна не почувствовать. А, ну он съел. Поцеловаться пришел. Санек, ну скажи, да? Да, конечно, вот это лук нормальный. Ты его ешь как яблоко, можно просто хорошо. Вкусный. Просто вкусный. А то, что продается, я говорю, укусил, и у тебя слезы потекли от того, что это не ялтинский лук, это хлам. Сейчас бы один бы лук съел. Бля, ну очень вкусный, серьезно. Берешь его, почистил, как яблоко, грызешь, он охрененно вкусный. А если ты еще и кусок хлеба к этому ко всему с солью. Я требую продолжения банкета. Где шашлык? Ваня, шашлык. Когда шашлык, да? Мало лука привезли. Да, да, вот так вот, вот такой должен быть настоящий яблочко. А? Килограмм, да? 50 килограмм мелковатого. Запаха даже не будет, он быстро. Очень вкусный, очень вкусный. Запах он, если и будет, то он первое время, а потом он быстро выветривается, очень быстро. Если
это обычно он там сутки может запах держаться, то от этого очень быстро запах. Я на Аленке на это. Она будет ругаться на это? Это мое. А, не будет ругаться? Я не буду ругаться. Я, в принципе, тоже Аленка. Аленка не будет ругаться. Я не буду ругаться. Я пробовал. Короче, что я еще хочу сказать? Много раз? Данилка. Вкусно. Ну, блин, такое. Что я еще хочу сказать? Вот смотрите, руки у меня немножко покрашены. Видите? Да. Но бывает ярче выражена эта краска. Как говорят, ну, мифы там рассказывают в интернете, что его красят марганцовкой, красками и так далее. Но реально, реально, вы сами посудите, вот эти вот долечки я не прокрашу никак. Ну, конечно, внутри никак не. Ну, просто никак. Кто-то рассказывает мне, что вы шприцом. Под цвет волос. Лучилку. Снимаешь? Уходите, оно вот так вот раз. Не, наоборот, как вкусно кушает. Все снимают, можно снимать. Вот это под волос. Рассказать то, что он красит. Это красит, на самом деле есть такой жучок, который называется трипс. Реально это сладкий. Ни отношения не имеет никакой другой болезни. Ну, трипс это вредитель же. Да, да, вредитель, да, просто да, как жучочек. Есть от трипса там просто всякие. Просто когда раньше сажали табаки, у нас затрудно, меньше трипса было. Сейчас много, да? Потому что он от жары появляется. Мучнистая, трипс, тля. Дает цвет. Это говорит о том, что без химии и не обработанных трипса от этого. И все. Так что вы не пугайтесь, всем рассказывайте о том, что не бывает крашеного. Я, честно говоря, первый раз слышал крашеный лук, это очень интересно. Да, но я на самом деле боялась раньше об этом говорить, потому что трипс немножко связан с другим болезнью, было неудобно. А сейчас уже, ну, все равно. Это подтверждает натуральность, так как яблоко ест череп, да, когда оно не обработано ничего. Так вот и лук ест трипс. А сколько у вас это на вес, мясо или какое-то? Не, у нас на развес, на вязки, как хотите. Я килограмм. Я имею в виду, у вас прям толпа будет. Да. Можно еще раз цену килограмма? Цена вашу? За килограмм 300 рублей. Все. За килограмм, да. Ну вот так, друзья. Ссылочка будет в описании канала Латинская Алмука. Собственно, где мы сейчас находимся, вот, проводим семинары. Здесь вот есть такая вот беседка. Собственно, мы сначала думали, что здесь будем проводить семинары. Но решили вот сдвинуть столы и все это делать уже на улице. Из-за этого, что оно должно быть с одной стороны познавательным, обзорным, сухим, а с другой стороны эмоциональным, ну, на роли, чтобы не уходить. К Сане приехали друзья. И мы мне не сидим, что делать. Саша и Настя. Да. Откуда вы приехали, ребят? Сдалека. Издалека приехали. Сюда а вы можете сколько километров сказать, это будет даже уже понятно. А дело в том, что они ехали всего в Москву. На одометре сейчас мы прошли 3200. 3200 километров? Да. Всего лишь. Как выехали, да. Всего 3200, это нормально, я думаю. Это больше, чем в Москву и обратно, походу. Они выехали с Москвы, поехали по Кавказу, погуляли. На Кавказе покатались. И приехали сюда. Прокатились. У вас есть канал на Ютубе? А Инстаграм? Тоже есть. Нет. Он такой личный. Ну, чтобы посмотреть, я имею в виду те места, которые вы посетили. Можно, да. Это места, которые... Да. Сандер Аква, друзья. Вот кому интересно. Кому интересно, вот 3300 Саша, километров, посмотри. Посетили вот на Вольве. 3200 километров проездили на Вольве, вот посетили достопримечательности каких стран? Кавказ. Кавказ. Донбай. Ну, по Ставропольскому краю. Ставропольский край. Пятигорск. Карачаево-Черкесия. Да. Мы реально хапанули там по максимуму. Слушай, можно было здесь захватить. Один день, ну, одно место. Всего, один день, одно место. И... Слушай, ну это круто, да? Так неделю, они уже неделю в дороге. Слушай, неделю, ну... Один раз останавливаюсь на машине. Один раз, да. А так остальное в машине. В машине. Okay. Ну, правда, да, у них. Душ, душевая палатка есть. Отдельно становишься, где мы там... Ну, где нет, мне кажется. Отдохнули, там сделали паузу, там, да, вот мы отдохнули и дальше поехали. Да, и дальше поехали. В любом случае, надо же какую-то зарядочку делать. Так же просто сел и поехал, да? Знаешь, была на крыше. Конечно.
финская. На крыше палатка была уже. Ну, как вот у Андрюхи Домодедовского, да, тоже, помнишь? Нет, наверное, как... круче. Круче. А, полностью... как с отопителем, со всеми делами, под цвет машины покрашена. Ну, А вот самый Андрюха Домодедов. Он дыньку захотел, арбуз надоел, дыньку теперь. Есть дынь. Он сейчас думает, что же сказать. Че вы меня снимаете? Я вам не давал разрешения на съемку. Вот, дынь. Андрюх, вот три... Еще надо три дыня. Да. Отопитель есть? Внутри нет, отопитель мало. Ну, ребята, 3000 с чем-то километров прокатились. Предпочитаю летний отдых. Зимнему. Она осень-весна у нас отопитель использовался. Осень-весна у нас обычно в Турции. Там отопитель не нужен. В Турции зима живет. Пахнет хорошо. В Турции так не пахнут дыньки, да? В Турции? В Турции намного все вкуснее, чем здесь турецкая, конечно. Они для... Здесь турецкая, конечно, она пока они не для себя без всяких этих самых химикатов делают, у них это, без запрещено, газа, без это запрещено вплоть до уголовной ответственности. Ну, у нас на скорость, да, я так понимаю. Побыстрее, ну, да, больше, химика, больше на массу, химика, да? Там. Ну да, у нас больше слажи, лишь бы впихнуть кому-нибудь, короче. А у них они для себя делают, конечно, нормально. Я это смотрел... нам отправляют реально вот, ну, тухляк такой. Я смотрел Андрюха говорил, что в Турции даже дешевле все жить вот зимой, чем у нас в Крыму. Намного еще. Да, в разы. Пройти. То есть не просто в разы, прям может быть в 3 раза дешевле, там, 5, что-то. Это точно. Позовите, скажите, тут этот Андрюха мастер-класс дает. По жизни в Турции. По жизни в Турции точно. Андрюха уже не блогер. Блогер, Андрюха. А что ты не снимаешь? Еще нету. А жаль. Заметьте, я говорю, что дети мешают. Так ты детей бы поснимал. Нам бы интересно было. Конечно. Ну вон они. Вон они, снимайте. Снимайте, да? Это просто лень называется. Это не приносит столько денег, сколько... Ой, чуть на телефон не наступил, честно. Слушай, пойдем, кури. Сам процесс этот... У тебя не получается очень хорошо. Оля, дай Андрюхе дыньку покушать. Он пришел всего лишь до дыньки. Не дам. Он подкачивается, стоит. Он на самом деле не кушать ее хочет. Да, они у него растут, он на протеинах есть. Он на протеинах. Действительно, он сидит, снимает там все просто вроде бы на телефон, да, выкладывает видео, так, куча просмотров, чтобы куча пару позитивных эмоций. В бурю. Надо держать. Представляю, я сама, как бы, у меня друзья, я сама с Армянска, там у нас залив, там всегда парусный спорт был. Там лихтерочки, вахваны и вперед. Не, ну он же на Бакальской косе, да. Гоняет, Андрюх. Были недавно. С Армянска, получается, с заливом. Мы раньше всегда на косу мотали, на украинскую, вот эту напротив. Но сейчас-то нельзя, сейчас там пограничники. Просто вдоль берега можно сейчас гонять. Там чем хорошо. Не, ну вы же были, там на Бакальской косе там не полно Бакальская гоняют. Не Бакальская коса, в Армянске. Нет, недавно вы же были на Бакальской косе. Ну, да. Там полно гоняют, ребят. Там гоняют. А очень это много. Залив Армянска. Он там же... еще остров какой-то есть, который раньше был косой, по-моему, туда. Вот коса, ты имеешь в виду, залило его и остров появился. Да, да, да. Там же заболоченный островок какой-то. В Стерегущем. Там же когда-то маяк стоял. Там был огромный, там коса с одной стороны огромная, одно, просто она была огромная. Посреди, вот в конце, ближе к маяку, там озеро посередине было. Там утки гнездились, не только утки, птицы перелетные гнездились. Я туда гонял, там размывает берега, и там муть какая-то все время. Такая. Сейчас нет. Нет мути, да? Чистая, нет, ну, вода, ну, чистейшая. Да. На не, ну там как, с правой стороны, если там прям... волны, с левой стороны штиль. Да, по-разному. Везде штиль, бывает везде волны, смотря с ну, какой стороны ветер. А вот чаще всего, да. По армянски, я помню, там все время муть была. А, ну это, наверное, в Армянске. А, в самом Армянске? Там муть. Муть. Нет, это если... портовая. Это портовая. Нет, это за портовая. Я говорю, Армянск. В самом Армянске залив. Он по колено воды, но мути там никакой нет. Если воду не угнало ветром восточным, значит, просто по колено воды. В сильный прилив у ее может быть по поясу. Но там чем классно, она всегда серфингом там занимается. Там кто плавать не умеет, да, кто плавать не умеет, тот парусный спорт для тех вообще там место супер. Где бы ты ни упал, хоть посередине залива, там мелко. Тоже классно, да? Даже детей вот. И что самое классное, купаться это можно с апреля месяца, потому что
вода уже прогревается. И вот сейчас у нас сезон закончится, со стерегущего детей заберу, а в Армянский залив мы сможем кататься до ноября, там вода теплая. И они там будут купаться. Прогревается вода, да, наверное. Запомнил, Андрюх? Все, запомнил. Ну, там, ну если что, звони, я тебе напомню. Так. Там надо иметь... Оля, кстати, оттуда может показать тебе места. Там сейчас надо иметь обязательно прописку или разрешение. Там пограничники. Ну ты же вроде там в администрации, нет? Не, я в ну, связи-то у тебя есть с местной администрацией? С пограничниками. Чтобы на этом заливе... Чтобы на залив, на пляж на Армянский приехать, надо иметь местную прописку. Или разрешение. Ну, если, опять-таки, официально занимаешься парусным спортом, то разрешение нужно. Ялтинского парусника, депутаты, ну, я думаю, да. Ну, вот, все, да.